Очень все просто и очень все сложно. Просто, чтобы фестиваль был успешным, он должен быть интересен трем сторонам. Первая сторона – это организаторы этого фестиваля, неважно, кто они, организаторы фестиваля. Вторая сторона – это, простите за слово, власть, чиновники, руководители территории. И третья сторона, самая главная, это жители и посетители этого фестиваля. Если проект фестивального характера интересен вот этим трем сторонам в равной степени, он будет жить и развиваться. Если хотя бы одна сторона не заинтересована в этом, то проект будет умирать. С точки зрения конкретных, конкретных там, я не знаю, маркеров или конкретных критериев оценки фестиваля, они вот вырастают из заинтересованности этих трех сторон. Он должен быть посещаемым, он должен быть финансово стабильным, потому что, один из критериев, если мы как рассуждаем сюда, даже если не будет, допустим, поддержки финансовой со стороны бюджета города Екатеринбурга, здоровый, нормальный, событийный фестивальный проект обязан выживать и обязан жить. То есть он не может существовать только на бюджетные деньги. Точно так же, как он и не может существовать вот на какие-то только одни интересы. Вопрос контента, вопрос привязки к территории – это очень важная штука.